Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас я отреагирую на песню, новую песню группы Elite, которая была создана по мотивам музыкального шоу «На выживание». Это у них новый альбом «I Like You», «Миник», и «Cherish», в скобках «My Love», это у них заглавка. Давайте послушаем. Надеемся на то, что все у них здорово будет, самой по себе песни. Ну и, в принципе, что у группы все будет хорошо. Что там с продажами, я еще не знаю. Я смотрел, но пока известно только продажи за первый день. И то не до конца. Так что, может, хорошо, может, не очень. Скорее всего, неплохо, как минимум. Давайте, 3, 2, 1. А, стоп, я чуть не забыл сказать спасибо моим спонсорам. Как мне не стыдно. Моим спонсорам на Boosty. Не удивляйтесь моему тихому голосу. Мне чуть-чуть побаливает горло, но это пройдет. Антон Балютис, Илья Просин, Горж, Денис, Анастасия, Диндини, Евгений Ерин, Джей Джей и Андрей Лебедев. Вот теперь, наверное, просто поближе надо поставить. Можно и реагировать. Теперь 3, 2, 1, поехали. Просто стараюсь горло сильнее не напрягать, чем нужно. Пока по звучанию милашно. Что у них такое горящее за щекой-то? Интересно. У Вонхи во рту проектор. Довольно миленько. Она такая преимущественно минорная. Приятно слышать. Правильно, что он делает зубом? Выкопать. Ой, закопать точнее. Даже, мне кажется, такая хореография слишком интенсивная для такой песни. Относительно спокойно. О, боже, правый пытается зубы вырвать. Ужас какой. Какой монстр. Тут есть, конечно, невероятно красивые девушки в Элит. Ну, слушайте, в принципе, мне понравилось. То есть, это такая, она милая, про любовь, такая минорненькая. Местами даже слегка грустненькая песня. По-моему, это здорово, по-моему, это хорошее направление для группы. Магнетик тоже была неплохой, но это мне понравилось побольше, пожалуй. Не то чтобы прям вообще, но весьма. Давайте еще раз слушать.
жвачки на стекло. You know what? Not even God can stop me. I like you. I'm a diamond. Меня даже Господь не остановит, я тебе... Ты мне нравишься. Обалдеть. Вот этот момент прям прекрасный. Очень хороший припев. Так, правила Саранги Клаба. Только девочки из Сарангея могут присоединиться. Сарангея это у нас что? Блин, я забыл, что такое Сарангея. Понял. Зуб мудрости. Ну, понятно, что им зуб мудрости выдирали. Но, я так понимаю, в Корее зуб мудрости еще означает зуб любви. Я про это не знал, поэтому ничего удивительного. Зубы мудрости должны быть вырваны 21 числа. Представьте отчет о наблюдении за саранге, зубы мудрости, каждую среду. Зубы мудрости должны быть очищены, и за ними нужно как следует следить. И любите свой зуб мудрости так же, как любите саму себя. Очень мило. Они все в клубе саранге. Не сарангне, не важно. Здесь очень-очень мягкий, приятный бит такой, ударный. Фоновые звуки создают неплохую такую романтичную атмосферу. Очень запоминающийся припев. Хорошая иллюзия. Когда Вон Хи сидела такая впереди и казалось, что она больше всех остальных. Это тоже очень милый момент. Так, на тебя подул этот фен, и все, и ты себя представила в каком-то другом мире, в другом помещении, в другой стране, может быть. Я только вот этот момент немножечко выбил из песни, чуть-чуть, потому что он как-то выделяет слишком. Немножко гармонию. Вот это нормально. И тут как будто какая-то дисгармония в песне плелась, но чуть-чуть, слава богу. О, бедняга, слезы потекли. У меня в детстве тоже так текли, когда мне очень больно сверлили зубы. Хорошо, закончили опять же. На таком практически чистом вокале. Ну что, товарищи, я могу сказать. Мне понравилось, реально. Я со второй раз даже, наверное, считаю, что, пожалуй, эту песню смогу добавить в свой плейлист. Знаменитый, великий, ужасный. Ну, потому что он прям хороший, прям хороший. Тут Юна совершенно потрясающая, по-моему, просто прекрасная Юна. Вот, девчонки тоже все классные, а просто Юна здесь как-то совсем блещет. И
просто приятная песня. Молодцы композиторы, молодцы, в принципе, стилисты. Клип сделали такой забавный, интригующий даже. Местами он как будто, может сказать, скриповатым, но из-за такой милой-милой мелодии он скриповатым все равно не кажется. Хотя вот это вот монстр, который такой зуболечилка, монстр-дантист, это, конечно, жуткое дело. У меня сразу же, господи, вспомнился фильм, по-моему, «Рокки Хоррор Шоу», если ничего не путаю, там, где про дантиста. Стив Мартин, по-моему, пел эту песню. Я могу все напутать, но потом, не знаю, я им даже ставлю ссылку в описании, наверное. Вот. Спасибо большое за прослушивание. Благодарю еще раз людей, которые меня поддерживают на Boosty. Надеюсь, вы к ним присоединитесь, потому что это очень помогает каналу. Ссылка всегда будет в описании. Ну и заказать мне песню можно либо там же на Boosty, либо по ссылке в описании в Тинькове. А все. Всем спасибо, всем пока. По-моему, Алид движется в нужном направлении. Мне это нравится.